Уважаемые любители спорта, мы продолжаем наш репортаж из Таллина, где на Аликок-арене проходит матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между футбольным клубом Нарва Транс и командой Мюпа 47 из Финляндии. После первого тайма счет 0-0. Удачно играли наши временами в пас, несколько неплохих атак провели, дважды остро били штрафной. Но забить не смогли, но, к счастью, и не пропустили, потому что опасных моментов было достаточно у наших ворот. И героем матча, несомненно, первого тайма является Модеста Стонис, вратарь нашей команды. Итак, несколько секунд осталось до начала второго тайма. Главный арбитр дал свисток, и гости, они сегодня в красной форме, наши футболисты в синей футболках, в черных трусах. Гости пошли вперед, пас на правый фланг. Перепасовка в центре, здесь вновь на подборе гости, финские футболисты. Вот это бы я очень отметил в их игре, очень компактно, плотно играют. Много все время финских футболистов поблизости от мяча, подборы, борьба за мяч, отскоки. Многие, большинство вернее, забирают гости. И во многом за счет такой плотной игры они имели преимущество в середине поля в первом тайме. Не сказать, чтобы очень ощутимое, но преимущество достаточно весомое. Особенно это было заметно в первые 15-20 минут и в последние минут 10. Безыкорновас хорошо держит мяч. Партнеры не очень хорошо ему помогали сейчас. Никто к нему не открылся под передачу. И потеря. Идут вперед гости. Пас вперед. Опасно. Опасный момент. Удар. Гол. 1-0. Финские футболисты открывают счет. В матче 1-0, счет открыт. Да, приходится констатировать, что довольно грубую ошибку совершили центральные защитники нашей команды. В первую очередь это Томас Римас, это он опекал нападающего гостей. Максим Ботинов, российский футболист с российской фамилией. Опасно, вновь Ботинов получает мяч. Удар! Сильный удар. Но, к счастью, на этот раз выше ворот. Вот так вот. Начало не очень удачное. Что теперь? Теперь нужно атаковать. Проигрывать 1-0 на своем поле. Это... действительно обидно. Обидно, и начало второго тайма, конечно, может выбить наших из колеи. На мой взгляд, сегодня удачным результатом было бы тот, что наша команда в первую очередь не пропустила бы гола. Гол, пропущенный на своем поле, очень серьезно осложняет борьбу за выход в следующий раунд. Даже в случае победы. Ну, о победе, правда, говорить еще рано. Финские футболисты идут вперед вновь.
Мяч в центре поля. Финские игроки финского клуба идут вперед. Неплохо. Борьба в центре поля. Вновь ее выигрывают футболисты гостевой команды. Нарушение. Нарушение. Абраменков подтолкнул сзади соперника. И вновь стандартное положение в пользу гостей. Левым флангом гости много атаковали. И в первом тайме подача. Стонис, я надеялся на него, конечно, уверенно забрал мяч. Долго летел мяч, и голкипер нашей команды уверенно его зафиксировал. Задержалась игра на противоположном от нас фланге. Олег Лепик выбросит сейчас аут. Бросает вперед, там Абраменков. Сбрасывал он мяч на партнера, мяч до Старовойтова не дошел. И вновь финны, финские, футболисты финской команды, правильно сказать, идут вперед, потому что здесь такой дуэт легионеров у них в нападении. Удар вперед. И мяч выходит за пределы поля. Взаимные такие потери одна за другой. Пас на левый фланг. Лепик, Базюкин. Отбирают у него легко мяч соперники. Опасно сейчас Митин. Или это Римас был. Выскакивал. Опасный момент. Вновь у ворот нарской команды. Будет опасно. Пас! И в свои ворота отправляет мяч Алексей Горшков. 2-0 в пользу финского клуба. Алексей Горшков, пытаясь выбить мяч за пределы поля, выбивает его и отправляет его в свои ворота. 2-0.